Ребят, всех приветствую. Я сейчас навела себе Teplon Unis белый голд со стекловолокном на перлитовом песке и тяну низ вот этой стены длинной, которая идет с левой стороны в этой комнате с балконом. Сейчас протяну низ по правилу. У меня трапеция двухметровая. Так, ребята, я к вам уже спустилась. Пойдем. Поработаем. Я накидала ямы, которые у меня сняла вот это штукатурное правило. Накидала туда отсюда же излишки. Теперь тяну вверх, прислоняя сильно к стене. Тащу по стене. Вот так. Отлично. Сейчас ставлю наверх и тяну вниз. Вот так. Опаньки, отлично. Так, ребята, это сделано. Сейчас идем с вами вниз. Вниз будем тянуть. Излишки снимаю ведерко. Ребята, идем вниз сейчас. Тянем с вами плинтус. И поднимаемся наверх, потому что вверх у нас уже с вами что? Протянут. Будем сводить сейчас стену. Пойдем. Чистим. У меня махровое полотенце. Я его наполовинку разрезала и половиночку намочила себе, а одну половинку положила у порога. Давайте. Так. Размешу. Я что-то жидковато сделала. Можно было и погуще. Ну ладно. Теперь уже надо вырабатывать, какой есть. Так, размешиваю раствор. Беру шпатель. Вот этот, который для накладывания раствора. Накладываем. Вот так. Так. Правило у меня двухметровое, значит, мне надо подальше идти. Сейчас надо продвинуться поближе к вам. Вот так. Ребят, берем сейчас, излишки снимем сейчас. Так, берем H-образное правило. Так, изнаночной стороной его ставлю.
Иди, ну, наверх. Так. Так. Отлично, ребята, типа как гладилка. Руки разводим и тянем. Камень выкидываю. Все остальное вот так вот. Шевелю вправо-влево. Красота. Оп, так, отлично. На работу. Комната большая. Вот у нас с вами окно. Над окном, помните, в тот раз я выравнивала? Сейчас порог я делала. Помните, под батарею я делала? Вот какая у нас с вами батарейка. Так, тут надо утончить кромку. Ой. Кромка, видите, какая толстая, ребята? Вот, поэтому ее надо утончить. Нам такие напои тут не нужны. Так, пойдемте дальше. Так, ребята, мои стены. Помните, как я вам тут песенки пела? Вот с этой стороны смотрим. Сейчас валик уберу свой. Смотрите, какие прекрасные стены, ребята. И ничего, что я делала их по правилам. По H-образному, по трапеции. Так, смотрим внимательно мою работу, ребята. Вот нос угла. И вот, видите, где перепад высот? Тут стык. Так, сейчас возьму чего-нибудь. Ребята, я его пальцем где-нибудь найду. Вот он стык, ребята. Где-то здесь вот. Ну все хорошо, они такие отличные обои, что ни чертов не видать, ни стыков, ничего. Так, стык должен быть вот здесь. Сейчас. Я без очков просто не вижу, сейчас не знаю, какие очки хотят идти. Сейчас последний с вами. Следом у меня было полотно целиково и над розетка. Здесь. Обои отличные, что они, понимаете, замощают где-то вот здесь, что есть так в этом.
Вот он стык. Вот он. Где-то здесь, вот так. Ну, в общем, клево. Ни черта не видно, ни стыков, ничего. Хорошие были обои двухлетней давности. У них как бы карта мира и какие-то штришки. И цвет такой запыленный, клевенький. Я думаю, все будет тут хорошо, отлично просто. Так, ну что, завтра будем клеить стены, следующие. Вот, на эту стену я уже накроила. Вот, а на эти еще нет. Белым грунтом я покрыла. Смотрите, в каком состоянии стены. Штукатурка. И видите, как поблескивает вот эта грунтовочная краска. Вот, и она снижает расход краски и клея. Ведро стоит 1700, 10 литров до 90 метров. Вот батарею, как покрасила мой хозяин. Три баллончика было истрачено полуматовой краски на двойную батарею. Я ее мыла 2 часа. Ну что, как вы, одобряете? Ребят, на сегодня я заканчиваю. Стеночка первая поклеена. Остались еще 3 стены в комнате, коридор и кухня. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи завтра. Обнимаю, пока.